Но, к сожалению, сегодня у нас, знаете, разумеется, все это практически одно и то же. Радоваться тому, что Arizona Mobile не работает, но это как-то глупо, это как-то тупо. Я прям слова, мол, слушай, а вот что я, они станут доступны. Не особо хорошо. Тем не менее, ну, а лучше радоваться тому, что не работает, наверное, Evolve Rally Play. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Я вроде бы обещал делать дайджесты по Arizona Mobile, мол, если там выйдет какое-то обновление, какие-то вот эти вот все прочие вещи, чтоб я сразу вот тут как тут, вот обо всем об этом вот я рассказывал, и такой типа, а вы знаете, а на Arizona Mobile-то вышло это, пофиксилось то, пофиксили там, я не знаю, грушу, пофиксили там, я не знаю, вот эти вот все фабрики, там, перерабатывающие вот эти вот все фермы, все прочие вещи там пофиксили, и теперь вы там, знаете ли, можете поиграть, все прочее сделать, но, к сожалению, сегодня у нас, знаете, ролик не совсем из этой оперы, потому что вот я просто, знаете, сидел, никого не трогал, монтировал свой, знаете ли, очередной видеосюжет касательно каких-нибудь, я не знаю, новостей из мира GTA Sampa, из мира мобильного GTA Sampa, из мира GTA Sampa на мобильные телефоны Android, на смартфоны, можно даже сказать. Разумеется, все это практически одно и то же, а возможно даже слова синонимы, но тем не менее, да, ну вроде того, я вот точно не знаю, но вроде как вот оно, знаете ли, в этом роде вот что-то там есть. Однако, ладно, ведь сегодня я рассказываю вам про Arizona Mobile и про то, что вот, знаете, она перестала работать. Сижу я, значит, никого не трогаю, монтирую видеоролик, и тут, знаете, в Телеграме, там, мне в личку в Телеграме, мне в личку ВКонтакте, говорит, мол, слушай, Данька, Данил, вот, ну, Зидан Семен, ЗДС, ЗБС и вот все вот эти прочие слова, мол, слушай, а вот что я не могу зайти на Arizona Mobile, вроде как все загружается, но что-то на сервак, вот, знаешь, не заходит, и что-то там вообще все как-то не особо понятно. А недавно у меня еще выходил ролик про то, что, мол, GTA сам по серверам все, хана, пизда, жопа и все вот эти вот, возможно, ну, родственные слова, однокоренные, возможно, слова, связанные со всем вот этим вот Arizona RP и со всеми самповскими серверами, про то, что там, знаете, проблемы с хостингом, с React Su, со всеми прочими вещами, и то, что сейчас все не особо хорошо. Но, видимо, у Arizona Mobile все еще хуже, чем я мог представлять, чем могли представлять, возможно, вы, потому что, ну, она вообще, знаете ли, не работает. При том, что вроде как ничего не дудосили, при том, что вроде как ничего вот этого, знаете ли, не было. Однако, ну, Arizona Mobile пишет, мол, уважаемые игроки, приносим извинения за временные неполадки с подключением. В ближайшее время сервера с мобильным вот этим вот всем клиентом, с мобильных устройств, со всеми прочими вещами, они станут доступны. И сразу же, вы знаете, в комментариях многие начали писать, мол, то, что, ой, блять, да Arizona, вот знаете, вот это, знаете, как проблемы на уровне как вот эти вот все прочие вещи, как все прочее, мол, знаете, ура! Кто-то даже писал то, что ура, вот Arizona RP не работает, Arizona RP, Arizona Mobile там дудосят, значит, дети не будут просиживать время и делать все вот эти вот прочие вещи, то есть начнут наконец-таки учиться, начнут делать какие-то прочие вещи, и вот все вот это вот, знаете, прочее. Возможно, вполне возможно, я как бы не могу это отрицать, это и так, то, что дети, знаете, просиживают очень много времени за телефонами, за Arizona Mobile, за Clash Royale, за вот этим вот всем, а я не знаю, что там сейчас популярно, Among Us, кстати, отличная игра, Among Us, Among Us, Among вот эти вот все прочие вещи, то есть сам, знаете, вот там на парах, на прочих вещах ты заходишь такой с пацанами, вот, а кто предатель, кто не предатель, кто тот, кто этот, и вот, то есть вы ищете такие там, чините корабль, делаете прочие вещи, а какой-то долбоеб с читами вас убивает, и в общем-то все не особо хорошо. Тем не менее, ну, Arizona Mobile это же все-таки вот, знаете, для кого-то это, знаете, нечто больше, чем просто вот какое-то такое развлечение, в которое можно зайти, в которое можно там, знаете, поиграть во время каких-нибудь пар, во время каких-нибудь, возможно, перемен, во время всех прочих вещей. Для кого-то, вы знаете, это нечто большее, нечто вот на уровне жизни, вот прям у него там вот, знаете, у детей, у ребенков, у вся вот это вот уже ребенков, возможно, там вот прям, знаете, вся жизнь, то есть они прям не могут, у них там бизнесы, у них там, я не знаю, дома, у них там машины, у них там, возможно, вот эти вот все, знаете, женщины какие-нибудь распутные, может быть, даже какие-нибудь трансы, может быть, еще какие-то вот эти вот вещи. Я, знаете, сейчас уже как какой-то дед говорю, вот постоянно чувствую себя уже таким, знаете, старым, понимающим абсолютно вот это вот, знаете, молодое поколение, вот, которое сейчас учится в школе, при том, что мне самому 18 лет. Я уже все это, знаете, не понимаю. Тем не менее, вот радоваться тому, что Arizona Mobile не работает, но это как-то глупо, это как-то тупо. Я прям, ну, я не понимаю. Лучше радоваться тому, что не работает, наверное, Evolve Rally Play. Я, разумеется, это все шутка, я как бы шучу это все, ну, потому что нужно объяснять, да, ну, нужно всегда объяснять. А вот шутил ты в том плане,
внимание в том моменте, в той фразе или нет, потому что, видимо, тупые долбоебы не могут понять, что вот ты шутишь, да, когда все это говоришь, и начинают тебя упрекать, начинают говорить, мол, вот, а ты говоришь, что плохо, когда сервера дудосят, а сам говорил, что вот, когда Evolver или Play дудосят, это круто, и типа, и все прочее, и типа, чуваки, ну, даже не понимают, что это, типа, ну, это же все шутки, и вот, нечто прочее. Однако, как я могу знать сейчас, вся вот эта, вот, знаете, ситуация с Arizona Mobile, со всем вот этим вот мобильным клиентом, мобильным лаунчером Arizona Mobile, она, знаете ли, улучшилась, сейчас там все получше, сейчас там все покруче, и вроде как, ну, все это решилось, да, React Labs, React Su, React, вот эти вот все прочие вещи, они все это пофиксили, все это поправили, и мобильный клиент, мобильный лаунчер, мобильные все вот эти вот, знаете, прочие вещи, они теперь работают, и вроде как на всем этом даже можно поиграть, хотя вот, знаете, я пробовал играть на Arizona Mobile, ну, неудобно, лично мне неудобно, когда у тебя есть компьютер, играть с телефона, ну, такое себе, какое-то, знаете, немножечко извращение лично для меня, однако вы на всем этом можете играть, и вам это все может даже нравиться, я вас за это осуждать не буду, и притеснять вас за это я тоже не буду, поэтому, ну, вот на уровне всего этого. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я играл на проекте Arizona RP и рассказывал вам о том, что, мол, Arizona Mobile, она не работала, а вот сейчас она вроде как работает, и вроде как вот этих вот, знаете, всех проблем с доступом, как было до этого, как было, допустим, с какими-то прочими вещами, ну, такого уже более нету. Хотя, разумеется, я могу ошибаться, и вы должны все это сами проверить на своей собственной шкуре. Там, знаете, мой никнейм Dante Connor, он в описании, мой промокод NoDox54, он тоже там же, в описании, и все прочие вещи, они, знаете ли, тоже в описании, там мой телеграм-канал, там все мои прочие вещи, вот, спасибо за просмотр, за все прочие вещи, за какие-то еще возможные вещи, всем до свидания и пока.